Всем привет, вы на канале Skynen, и мы продолжаем прохождение Poppy Playtime, глава 3. Глубокий сон. Сейчас мы находимся в офисе. Нам нужно найти, видимо, запасной генератор, которого должно хватить, чтобы мы смогли перенаправить газ. Ну и все, продолжаем. И уже здесь, по идее, должна состояться встреча с котом Дремотом. Потому что он где-то здесь вроде должен ходить. Так, заперто. Мы должны найти ключ. Давайте искать. Осторожно. А может быть, ключ был там? Я просто не заметил. А, смотри. Где? Нашел. Погнали. Хитророк. Приветик, я Хитророк. Поможешь мне с картинкой? Передай синий. Какой синий? Нет у меня ничего такого. А, рука. Можно немного красного. Так, красный имеется в виду вот это? Больше красного. Выйти? Нам нельзя наружу. Ты прячешь красный свет. Знаю, что да. Отдай сюда. Да нет у меня. Ах, так гораздо лучше. Ладно, фиг с ней. Так, и в какую сторону? Давай сюда. Я не знаю, правильно или нет, но посмотрим. Блин. По-моему, мы вначале видели вот эту комнату, да? Из этой дырки забирали, точно. А мы сможем обратно забрать батарею? Отлично. Так, и что мы открыли? Дверь. Подожди. Ой, я думал, здесь газ не просочился. Так, мы сможем сюда провести ток. И сюда тоже. А источник, видимо, где-то в той двери. Подожди, я же открыл. А, подожди. Надо провести все-таки. Но это не источник тока, это там, где мы должны его наоборот направить. А где найти источник тока-то? Блин, темно тут, ничего не понятно.
А, смотри, я походу нашел. Ну кто же знал? Открылась. Все, газа нет. Ну и темень там, конечно. Батарейку надо вернуть. Да блин, не могу. А может и не надо. Подожди, давай разберемся сперва. Мы должны направить, получается, туда. Но. Так, вот здесь правильно идет. Мы с помощью этого включаем... А, вот эти плитки с рукой. Ага. И дальше что? Батарейки надо туда вставить, да? Еще у нас есть вот эта штука. Туда мы направить не сможем с помощью вот этих. По идее, знаете, мы что можем сделать? Мы можем просто встать в лифт и дернуть рычаг. Так, но у нас здесь закрыто. Батарейка есть. Ладно, погнали назад. Давай попробуем направить туда. А что такое? А что он не направился-то? Вот так вот, он только к этому может, да? Не дотягивается, скорее всего. И как мне тебя разбить? Давай! Так, его мы перемещаем наверх. Все, поехали. Пристегните ремни, дамы и господа. Поездка будет сложной. Так, и как мне это сделать? Блин, надо было открыть. Ну, елки-палки. Откуда я знал? Так, выключаем. Стой, 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 я опять забыл. Поехали. Так, давай.
Кстати. Не, больше ничего нет. Ну и все. Классная была загадка. Мне понравилось. Поначалу кажется, будто сложное что-то, но на самом деле все довольно-таки легко. А, подожди, мы еще не закончили. Нам нужно попасть сюда. Может, тот двигается под углом? Да. Действительно. Но мне желательно это делать, находясь сверху. Да? Потому что потом будет подняться сложно. Опять придется все менять, чтобы подняться наверх. Мы вполне можем это и сверху сделать. Так что давайте выйдем сперва отсюда. Потом выключаем. Меняем направление. Ну и все. Что это? Какие-то страшные звуки. Ой, подожди. Противогаз. Опять вниз. Куда? Жесть, я обосрался. Блин, нету этого противогаза. Это было страшно. Отыщи цветок. Отыщи цветок. Из таких мест обычно не возвращаются. Так мы будем первыми. Ты хоть знаешь, что делаешь? Честно? Нет. Я иду чисто на побегушках. Что говорят, то я и делаю. Потому что я как бы не совсем в курсе, что здесь происходит. И пытаюсь доверять остальным. Знаешь, что здесь произошло? Хотелось бы узнать. Нам, видимо, сейчас все расскажут, да? Выложат все карты. Ты знаешь, кем мы когда-то были? Вон та училка. Неужели все эти куклы это раньше были люди? Дети. Понимаешь, почему мы должны положить этому конец? Ну да, смотри, дети играются. И теперь там игрушки. Ты хоть понимаешь, что сон, а что явь? Возможно, вот этот вот главный создатель, Людвиг его зовут или как, он любил и детей, и игрушки. И решил все это совместить в одно существо. Так, хаги-ваги. Здрасте. Скример будет? Нет, ты не знаешь. Так я могу ходить?
Нет, не могу. Что это? Рука? Какая-то очень страшная роботизированная рука. Проваливай из приюта, иначе тебе конец. Да мы уже. Только у нас есть небольшое дельце. Мы ее закончим и сразу свалим отсюда. А подожди, это выход. Не-не-не, подожди, назад. Мы в самое начало вернулись. А куда мне нужно по итогу? А может быть, мне и нужно отсюда выходить? Потому что мы опять по новой, зачем нам идти? Так. Оли? Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника. Подключи его к питанию под статуей. Нам нужно дойти до 100%. Удачи. А откуда мы вышли? А где шнур? Я слышу сигнал. Где шнур-то? А, вот он. А где прошлый шнур? Или типа она запиталась, все? Больше не нужно? Ключи какие-то дали. Подожди, а что за ключи? Skydoom Key. Ладно, пошлите на поверхность. Здесь больше делать нечего. Так, нам, видимо, нужно вернуться в самое начало, да? Там, где мы перенаправляли газ. Доделать свое дело. Ладно. Я уже думал, передо мной закрылось. Ну что, давайте. Мне кажется, сейчас должна быть эпичная битва. Код Дремот, скорее всего, уже ждет нас здесь. А что закрыто? Подожди, я же правильно пришел, да? Мне сюда надо? Почему закрыто? Где Олли? Че она нам не объяснила, куда идти? Я думал, мы должны здесь все теперь закончить. Но судя по свету, нам туда. Смотри, открыто. Закрыто. Что-то поломалось, что ли? Я не пойму. Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника. Подключи к питанию шкафа. Подожди. Так я же подключил.
Чё за дела? У меня что-то сломалось, что ли? Так, смотри. Офис мы с вами подключили. Шнур почему-то пропал, но он засчитался. Ключ мы получили. Игровая только остается. Что там? Там что-то светится. Пошлите туда. Так, это у нас что? Здесь мы были. Это, получается, дом, милый дом. Чё сигналит? Что произошло, я не понимаю. У меня игра сломалась, что ли? Ну не, подожди. А, смотри. Получается, мы можем из этого. Это что такое вообще? Это игровая? Короче, без разницы, погнали. Теперь энергии должно хватить. А теперь принеси эту большую батарейку в зону генерации, и мы сможем выбраться. А, эта дверь недалеко от вагонетки, которую тебя сюда привела. Удачи. Это я знаю. А что я подключил в итоге? Кто его знает? Ладно, погнали. Походу, у меня что-то багнулось. По идее, вот этого шнура, который был в этом... В офисе должно было хватить. И все должно было сработать. Почему-то у меня появился еще шнур где-то там. Никак не связанный с этим домом. Да хорош, я застрял. Ладно, главное, что все починилось. А то было бы очень не круто проходить все заново. Так. Ой! Кот! Блин! Противогаз. Жесть, а что он такой страшный? Это что такое? Он таким не был. Охренеть. Настало время жатвы. Тело еще свежее. И что мне делать? И куда мне идти? Да ну нет, а что так далеко сейф-то? Блин. Не, ну это жопа. Если я буду умирать и начинать с этого места, то мы миллион лет будем проходить. Ну, естественно, на видео я это буду скипать, но по времени это очень долго. Так, я на месте. Смотрите, у нас здесь есть проход, может быть, мы сможем туда убежать? Ладно, погнали. Валим. Сигнал появился, подожди. А, смотри, лифт. Все, валим отсюда. Жесть, он страшный. Отстань. Куда мы едем? Кстати, противогаз, получается, не нужен, да? Мы вроде дышим нормально. Загрузка. Дайте сохранку, пожалуйста. Я не хочу начинать фиг пойми где. Сохраночка, балдеж. Здесь батарейка есть.
В правой и левой стороне комнаты, в передней и задней части должны быть небольшие углубления с разъемами для заряда. Посмотри. Так, подожди. Что там? Газ. Блин. Возможно, газ, чтобы отбиваться от этого кота, да? А чё вторую руку не могу поставить? Непонятно. А что мы сделали? Куда это направляется? Один следует сюда. Подожди, а что мы сделали по итогу? А, газ с этой стороны. А это? Это газ здесь. Блин, мы должны, видимо, от него отбиваться. Давай теперь здесь. Что такое? Где он? Вот здесь. А как мне здесь сделать газ? Да блин! Я не понял, что делать. Надо вовремя газ выпускать. Поднимайся, давай. А чё так сложно-то? А как мне пускать газ с этой стороны? Подожди. Оттуда. Так, ну что? Погнали, получается? Может быть, вот это должно со временем открыться? Просто я не увидел. Где он там идет? Вот здесь. Срочно. На всякий пожарный давай и здесь тоже сделаем. Теперь нужно сюда. Там идет. А как мне сделать-то? Как открывать вот эту? Да как открыть-то ее? Так, он ушел отсюда.
теперь снова здесь. Сразу делаем и с другой стороны. Сверху. А, подожди. Закрываем. Давай. Сразу сюда. А где батарейку найти? Отсюда что ли взять? Как открыть вот эту штуку? А, подожди. Я понял. Давай, иди отсюда. Жесть, как же страшно. Вы не представляете. Откуда? Еще одну нужно, да? Че, отсюда брать, что ли? Я не пойму. Блин, я не заметил его. Почти. Да как так? Не, подожди, оттуда брать не варианты, потому что мы должны использовать энергию. Как мы его сейчас закрыли мы? Ну, газ пустили бы в той стороне. Кстати, смотрите. Пока у нас здесь находятся батареи, пар идет бесконечно. То есть, получается, изначально мы можем батарейки оставить здесь, потому что они у нас как бы есть. И потом только со временем убирать, когда нужна вот такая вот необходимость засунуть их в эти ячейки. И в самом начале нам нужно защищать только вот эти две стороны. А чё я раньше об этом не подумал? Это же гениально. Намного все упрощает. Подожди-ка. Первый пошел. Здесь пока чисто. Блин, гениально. И нет особо проблем. Смотришь же две стороны и как бы нормально. И потихоньку мы лишаемся, допустим, вот этой стороны. Все, теперь у нас здесь нету дыма. Пара. Так, и теперь сверху котяра идет. А вот что делать в конце, я не знаю, потому что у нас вообще ничего не остается. Мы полностью беззащитны. Может, нужно продержаться, но это так сложно. С одной батарейкой всего лишь. Ну, я не знаю. Пробуем. Максимум, что я могу сделать, это защитить вот эти две стороны. Но если он идет... Блин, ну вот что делать? Прикиньте, что я обнаружил. Оказывается, вот эта штука — это чистый свет. То есть у нас ток до сих пор есть. Блин, откуда я знал? Я думал, вот эти две батарейки дают нам вот эту штуку, ток. Мы можем получать электричество отсюда. Блин, ну это все упрощает. Скорее всего, это будет последняя попытка, потому что... Ну я уже все знаю. Уже профессионал в этом. Тут просто никак по-другому. А, батарейку, давай поставим батарейку. Сразу. Ну и все. Блин, а я-то думал. Надо было сразу отсюда вытащить. Ну не будет света, ну и ладно. На кой он нужен вообще?
Кстати, можно сразу в первую очередь отсюда убрать. А потом уже там, где пар идет. Так, ну-ка, сдрыснул отсюда. Кошак недоделанный. Ой-ой-ой, он продолжает идти здесь. Как так? Опять здесь, да? Да ты чё? Оборзел, что ли? Чё там, медом, что ли, намазано? Да хорош. Он не прекращает идти с этой стороны. Давай. Успели. Это было жестко, на грани прям. Здесь тоже успели, блин. А чё так сильно штурмуете меня? Дайте чуть передохнуть-то. Так, живем. Ненадолго. Последняя. Давай, быстрей. Здесь чисто. Вот здесь, конечно же. Давай сразу к соседнюю. Пока чисто, а нет. Нифигашеньки. Ну, сколько там? Давай, хорош. А, все? Ух, давай, в него. Вот так тебе и надо. Будешь знать. О, рука. Что за рука? Кошак боится. Это прототип вот этот, да? Ой. Да за что? И забрал. Типа ты не справился, поэтому умри. Жесть, ну и потнич, короче, был. Сраный кошак. О, подожди. А где моя перчатка? Я, получается, здесь максимальную энергию взял, зарядил перчатку и пульнул в кота вместе с перчаткой. Жестко. И куда нам? Нет, не вниз. Блин. Оказывается, надо было просто кнопку нажать в лифте. Откуда я знал? Я думал, автоматом все должно пойти. 5 минут там кругами ходил. Не понимал, куда идти.
Ну, в принципе, логично, что мы должны сюда вернуться и засунуть вот эту синюю батарейку. Куда нам еще-то идти? Это наша главная цель. Так, и что? Нет сигнала. А, вот, пошел. Врубаем все мощности. И началось. Ура! Да будет свет. И что дальше? Олли, позвони мне. Позвони мне, позвони. Отлично, ты здесь. Поппи, и вновь тебе удалось невозможное. Я знала, что у тебя получится. Кота Дремота больше нет, красный дым обезвредили. Благодаря тебе все возвращается на круги своя. Если мы пойдем дальше, тогда... Тогда тебе следует знать правду. А, вот она. Что это такое? Кассета? Ты здесь из-за своих коллег. Ты хочешь знать, что произошло и почему. Это и есть ответ. Кассета? Давай сюда. Мы называли это часом радости. А, она сама включит. Так. Торговый центр. Главная площадь какая-то. О, пропал. Ожил. Все побежали куда-то. Вот так вот и проснулся Хаги-Ваги. Эта мамочка, видимо, схватила длинные ноги. А здесь... кто там? А, маленькие зверята разбушевались. Училка. Не одна. Это все-таки манекены, но их было много. Она сожрала всех своих этих. А это кто? Кисимиси, да? Она почему-то была... О, коробка. Коробка, по-моему, в мультиплеере была. И вот он, кот. Короче, в один момент все вот эти вот игрушки стали живыми. Жесть, сколько там трупов. И они всех убили. А по итогу что случилось? Сожрали? Ну куда делись тела? Ну? Начался... Я помню все в мельчайших деталях. И тот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Они пробовали прятаться, убегать, да все что угодно, лишь бы выжить. Я помню их крики. Что происходит? В чем дело? Что это за штуки? Это было массовое убийство. Бессмысленная бойня. Они убили всех. Невинных, виноватых, им было все равно. Все эти смерти ни к чему не привели. И потом, когда резня кончилась, они утащили тела вниз. А, во, где их никогда не найдут. А потом, они сожрали эти тела, чтобы выжить. Я прям угадал все. Прототип должен умереть за это. О, здрасте. За все. Я так понимаю, вот эта рука железная, это прототип, да? Самый главный. На всем диком западе. Давай пять.
Как только доберемся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко. А, мне туда? После тебя. А как попасть-то? А, я понял. А чё, она не поедет, да? Рычаг только там. Прощай. Как только приземлимся, надо осмотреться. Там что-то... Чё такое? Чё за крики? Что она делает? Это не... Нет, нет, нет! Мы идем, держись! А чё, мы обратно, да? Ну же, быстрее! Не, подожди, там закрылась дверь. А, и титры, все, получается, конец. Блин. Видимо, за ней пришел прототип. Или, может быть, вот эти маленькие игрушки, которые захватили ее контроль. И теперь она будет злодеем. Блин, слушайте, круто. Мне понравилось. По-моему, третий эпизод самый крутой. Третья глава, эпизод, неважно. Он прям такой масштабный. Куча всего здесь было. И прям по нарастающей шло. Изначально что-то там потихоньку пугали своей атмосферой. Но особо тебя никто не трогал. Ты мог спокойно ходить, гулять себе, выполнять какие-то загадки. А потом понеслось. За тобой бежит училка. Потом какой-то непонятный пес. Маленькие вот эти вот игрушки. И пришел сам кошак. В общем, плавно все нагнетали. Круто. Я так понимаю, четвертая глава будет последней, хотя кто его знает. Нам спалили какого-то прототипа, самого главного злодея. Мы отправляемся сейчас вниз, увидим, видимо, где были все трупы, там, короче, будет куча костей, потому что они их сожрали, хотя, может, они и с костями все это проглотили. В общем, там будет прям жестко, я думаю. Появится прототип. Сражаться мы будем, скорее всего, с ним. Ну и по логике, на этом должны закончить. Хотя, может быть, у этого прототипа внизу спрятаны самые какие-нибудь жесткие игрушки. Похуже, чем этот кот. Короче, размышлять можно здесь долго. Но в любом случае, главное, что мы прошли. Так, что, наверное, назад? Я не знаю, есть ли после титров что-нибудь. Давайте я, наверное, дождусь, а потом запишу концовку. Если вдруг там ничего нету, то как бы я вам скажу об этом. Если что-то будет, то как бы и покажу. Логично. В общем, после титров никакой сцены не было. Ладно. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, что думаете. С вами был SkyNN. Увидимся в следующих прохождениях. Будем с нетерпением ждать четвертую главу. Всем пока-пока.